очень самостоятельная и очень серьезная фирма, которая работает сразу по нескольким направлениям. Она, конечно, знаменита своими клиническими успехами, ввиду того, что сам Федор Федорович Лосев, Алексей Николаевич Шарин обладает очень высокой квалификацией. Конечно, эта фирма известна своим торговым подразделением, которое долгие годы возглавляет Сергей Николаевич и Бендер. И, конечно, это тоже очень известное подразделение у нас в России. Естественно, что возникает желание создать некий учебный центр, учебное подразделение, которое тоже создано. А на базе учебного подразделения всегда появляется при обилии информации желание провести какой-то крупный симпозиум. И мне кажется, что это правильное решение было фирмы. И этот симпозиум проводится уже 15-й раз с большим успехом. И мы его можем только приветствовать. Я оцениваю, и все мы, кто присутствует на этих симпозиумах, проведение симпозиума очень высоко. Достаточно того, что мы с большим интересом всегда слушаем доклады Федора Федоровича и Алексея Николаевича и всех сотрудников из фирмы «Мегастом». Мы с удовольствием смотрим на новые продукты, которые представляет эта фирма. И, конечно, всегда чему-то все равно, хотя и много знаешь в имплантологии, и присутствуют на этих конгрессах большей частью не новички в имплантологии, но всегда очень интересные вопросы и очень интересные дискуссии. И еще мне нравится, что этот конгресс проходит в какой-то такой особой атмосфере неформального общения, характерной для президента этого холдинга Федора Федоровича Лосева. И особенно это проявляется в заключительной части неформальной, когда присутствие на этом конгрессе празднуется вечером на дружеском ужине. Конечно, мне, как человеку, который присутствует на всех конгрессах по имплантологии в Москве, вызывает больший интерес там, где проходят эти конгрессы на выезде. Во-первых, я все-таки считаю, что это очень полезно для региональных имплантологов. Такого уровня конгресса, когда проводятся в иных городах за пределами Москвы, они, мне кажется, даже более полезны и привлекательны именно для стоматологов того региона. Ну, я, например, помню очень интересный конгресс предыдущий, который был в Санкт-Петербурге. Великолепная атмосфера, великолепная возможность параллельно с научной программой посетить еще и какие-то культурные точки нашей второй столицы. Мне очень понравился именно этот симпозиум. Я могу только присоединиться к фирме «Мегастом» и от имени Российской ассоциации стоматологической имплантологии пригласить на этот интересный конгресс, юбилейный конгресс, 15-й конгресс имплантологи от фирмы «Мегастом», который будет проходить 25 октября в Москва-Сити, в одном из зданий и залов, в очень удобное время, в очень хорошем месте и, несомненно, с очень хорошей программой. По крайней мере, многие члены правления на этом конгрессе, несомненно, будут. И еще раз приглашаем всех к участию в этом конгрессе.